ходе войны вся страна превратилась в руины. Но корейский народ взялся за восстановление и строительство с тем духом, с каким противостояли американским империалистам. Янки трубили, что и за 100 лет Корее не удастся снова встать на ноги. Но корейский народ построил многие творения на зависть другим. «Эй, товарищ, ты на коне, Чолима?» Так любят спрашивать между собой корейцы, творящие чудеса в строительстве социализма. Чолима – это ретивый крылатый конь из корейского мифа. Опора на собственные силы – это характерная черта корейского рабочего класса. Под выражением «дух Чолима» подразумеваются успехи, достигнутые в сжатые сроки после войны в Корее. Дух Чолима проявили и хлеборобы. Они заровняли воронки от бомб и на этих землях собирали богатый урожай. Самозащитная обороноспособность служила залогом счастья народа.